Готовился недолго, мне позвонили. Одного звонка было достаточно, чтобы я с радостью согласился. Я вообще люблю такие мероприятия. Я люблю дарить хорошие эмоции, добрые эмоции. Я люблю делать добро. И вообще главная, наверное, задача, главное предназначение каждого человека в какой-то степени быть Дед Морозом. То есть дарить добро. День солнечный, жаркий, но я вас уверяю, это абсолютно не трудно. По сравнению с тем, что Дед Морозу приходится, допустим, в темнотной температуре, где 30-40 детишек и еще столько же родителей в маленьком помещении, вот там жарко, а здесь не жарко. Это солнце просто греет, это приятно и сердцу, и разуму, и вообще солнце – это источник добра и света. Солнце – это источник жизни, поэтому то, что сегодня солнечный, такой ясный день, это, наверное, еще символично тому, что сегодняшний день посвятили здоровому образу жизни. Эмоции просто супер, классно. Самые юные участники, я не знаю, наверное, лет 10. Мне уже, как Дед Морозу, уже за 50 лет, так что... Вот такую тоже возрастная команда, которая собралась. Ну, наверное, лет 10 самому младшему. И мне уже Дед Морозу, которому уже 50 лет. Что такая команда разновозрастная собирается на какое-то мероприятие, это же прекрасно, это же замечательно. Я хочу сказать спасибо всем участникам, хочу сказать спасибо организаторам. Давайте чаще видеться, давайте чаще собираться, давайте делиться добром. У меня личная своя арифметика, которая вот с математикой немножко не дружит. Я всегда говорю, когда добром делишься, меньше не становится. Давайте делиться добром. Когда ты делишься добром, это только умножается. Давайте умножать то великое, настоящее человеческое предназначение быть людьми, делать добро. Спасибо всем! Добра! С Новым годом! Спасибо платформе «Начев» за то, что организовывают данное мероприятие, потому что это, можно устраивать почаще, и хочется сказать спасибо за то, что вообще организовывают данное мероприятие, потому что находите новых друзей, вообще, в принципе, поддерживается атмосфера новогодняя, так как у нас погода не очень зимняя. Ехать было на самом деле тяжеловато, наверное, но новогодний. Что новогодний? Велосипедные дорожки. Все говорите. Самым сложным в этой ситуации было то, что мы не знали, как все будет. У нас было желание, у нас было вот, костюмы, там, инвентарь, все, но мы не знали, как все будет и как народ отреагирует. Конечно же, народ отреагировал лучшим образом, и все получилось на высшем уровне. В свободное время мы вот активно вместе с семьей любим активно отдыхать. Спорт активно занимаемся и зимними видами, и летними видами спорта. На наш каток ходим, на наши горы ездим, катаемся, на великах катаемся. Мы очень рады тому, что построили велодорожки, мы будем активно пользоваться ими. Надеюсь, любимое блюдо, снегурочка, должна быть стройная. Поэтому все, что для здоровья полезно, все очень люблю. А больше всего, наверное, я люблю экзотические блюда, которые совмещают в себе какие-то интересные вкусы. Их очень большое множество, но конкретно что-то назвать. С ананасом. Вот, из национальных блюд я очень люблю такую пасту. Это сушеное мясо с пастой. С Новым годом! Поехали! С Новым годом! Thank you.
Thank you.
Thank you.